Всем привет, это канал PlayGame, зовут меня Сергей. И мы продолжаем играть Бэтмен, рыцарь Аркхема. Так, короче, смотрите, что как-то надо, как-то, да. Ох, Бэт, я по тебе скучал, по твоему утонченному изяществу напоминаю на палмовой клизме. Так, и все, валим на какой. Альфред, о, слава богу, когда взрыв, я думал вы... Все в порядке, Альфред, мне удалось остановить взрывную волну и не дать токсину накрыть весь город. Но что насчет пугала? Или вот рыцарь Аркхема, у них танки, ракеты, их отряды по всему Готэму. Крейн сбежал, я надышался его токсином. О, господи, как вы себя чувствуете? Помните, что случилось в лечебнице? It's okay. Нормально, среагировал. Неважно, это был в прошлом. Отдаю должное пугалу, раньше я не особо любил эти его микстуры, но эта доза, она просто одурманивает, она будет или меня. Сэр, вы слышали? Комиссар Гордон вас искал. Спасибо, Альфред. Джим. Ты выбрался? Видишь, я знал, что ты меня не подведешь. Надо поговорить, конечно. Что это? Встречай меня у КПЗ полицейского управления, я иду туда. Так, новый уровень, поэтому у нас можно качнуть. Очки улучшения, одно очко, давайте бой какой-нибудь качнем. Так, что можно? Так, а что, ничего нельзя? Ну, давайте. Так, а из миссий пожарные. Хрен знает что, хрен знает где. Так, ясно. Все, идем. Ой, ладно, конечно. Быстрее по крышам, наверное, долетим. Альфред, проанализируй позиции боевиков, расположение войск, вооружение, передвижение. Я хочу точно знать, с кем столкнулся. Я проведу полный анализ позиций и сразу же сообщу вам результаты, сэр. Хорошо зацепились, пролетели сколько. Scarecrow's counting on it. Well, I don't care what you say, there's no way
Так, ну, ворота, или перед воротами, куда мне надо? Там сейчас наверх пока. Ну не дождусь увидеть выражение его лица, когда ты расскажешь, что его дочь похитили, и это целиком твоя вина. Мне пора. Бэтмен здесь. Что не так, Джим? Говори, ты меня пугаешь. Барбара, они ее схватили. Нет, она мне сказала, что выбралась. Ушла несколько часов назад. Успокойся, мы ее освободим. Кто? Кто схватил мою девочку? Пугало. Они похитили ее через часовую башню. Нам нужно туда. Там могут быть улики, что-то, что приведет нас к ней. Я пойду по следу. Будь на связи. Бетти, тебе рано или поздно придется признать свою вину. И что особенно здорово, в этот момент я буду рядом. Jim, I need you to stay focused. It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any trouble. Why did I let this happen? There's no way you could have predicted this, Jim. It's my job to predict it as a cop and a father. The whole thing's gone down on my watch. Up ahead, we've got company. Who are they? Militia. I'll handle it. Pursuing forces, this is Arkham Knight. Your priority is to apprehend Commissioner Gordon. I say again, your priority is to apprehend the Commissioner. I want him alive. Let nothing stand in your way. You're losing me, Batman. Light him up. Get them off me. Главное, доберись живым, Бэтмен. У нас мало времени. Сэр, вы запрашивали анализ сил рыцаря Аркхема. Желаете его услышать, прежде чем направить их к часовой башне? Что там у тебя? Я запрограммировал бэткомпьютер на анализ положения боевиков на трех островах. Он в реальном времени будет сообщать о численности боевиков в каждой зоне. Как видите, на острове Миагане много боевиков и есть надземный отряд беспилотников. Остров Основателей — главная крепость боевиков. Ее защищают дальнобойные радары и ракетно-пусковая установка. Советую пока не ехать туда на Бэтмобиле. Беспилотники, оставшиеся на острове Блик, перемещены на защиту часовой башни, так что ожидайте значительного сопротивления. Thanks, Alfred. I'm heading there. Спасибо, Альфред. Я уже на пути туда. Так, подождите. Сержант! Yes, sir!
Extraction squad's down. Take control of the clock tower drones. He's coming. Switching to manual control. I'll stop him, sir. Jim, the clock tower's around. I'll clear the area. Let you know when it's safe to head inside. Всех перебили. Где последний? Вот он. Боевики на всей территории своей башни живут. Посиди в Бэтмобиле. Я дам знать, когда станет спокойно. Я не буду сидеть здесь, пока ты один воюешь с этими уродами. Будешь, Джим. Барбаре не хотелось бы, чтобы тебя убили. Я выйду на связь, после того, как закончу. Сразу же. Закрыть опасность. Сначала надо очистить крышу часовой башни от боевиков. Нафиг,
Да. Джим, тут безопасно. Встретимся в часовой башне. Это я где? Как я вообще сюда попал? Проще просто подняться, как первый раз я там оказался. Вот так. Колин, это опять ты? Не понял, что за глюки? Коробка с сюрпризом. Не умирай прямо сейчас, давай поборись еще немножко. Так, а что я делаю? Я не могу, что смотреть просто? Погоди, вот папа вернется, он тебе устроит головомойку. Будешь знать, как бардак устраивать. Так, что делать? Никто не, ничто не сравнится с воспоминаниями, да, Бэтс? Главное событие, займи место в первом ряду. Казалось бы, у старины Джима, Гордона, и без того проблем достаточно. Сначала какой-то молодой маньяк делает его дочь калекой. Теперь он винит себя за то, что он ее похитили. Тебе стоит признаться, что это ты во всем виноват, Брэд. Он отнесется с пониманием, я уверен. В конце концов, могилу ты его дочурку все-таки не снял. По крайней мере, пока. Ночка-то будет длинная. О боже, нет. This isn't your fault, Jim. Это не твоя вина. Моя, чья же еще? Крейн все это проделал, чтобы добраться до меня. Я должен был быть там. Я должен тебе кое-что показать. У нас нет времени, она не такая, как мы. Личность подтверждена. Она сильна, Джим. Сильнее, чем ты думаешь. Она работает на тебя? Это ты виноват. Я найду ее. Она моя семья, моя дочь, все, что у меня есть. Зря я тебе доверился, зря. Я сам это сделаю. Держись подальше от моей семьи. I
Думаю, все прошло отлично, учитывая ситуацию. Конечно, я бы ему ничего не сказал. Может, именно поэтому быть мной так раскрепощает. Впереди тебе много еще чего ожидает, Бэтс. Так, ну давай, короче, нахрен я поднимаю тебя. Так, как отвалить? Что такое? Мне нужно найти, что случилось с Барбарой. Чтобы их не нашли, они включили видеокамеры наблюдения часовой башни. Если я взломаю систему городского видеонаблюдения, то смогу просматривать все подступы к зданию. Concentrate. I need to find who took Barbara and how. There's nothing here that tells me how Barbara was taken or who took her. That's no good. I need to find out who took Barbara and how they're transporting her. No, that won't work. I need to find out how Barbara was taken. That's no good. I need to find out who took Barbara and how they're transporting her. There's nothing here that tells me how Barbara was taken or who took her. Назад выберите камеру, вращайте, чтобы просмотреть запись. 4 камеры. Concentrate. I need to find who took Barbara and how. There's nothing here that tells me how Barbara was taken or who took her. Опа. That's the Arkham Knight. Вот это сам рыцарь Архам. Барбара у меня. Я должен знать, в какой машине ее повезли. Вот машина, которая забрали Барбару. Это шины, лучше какие-то шины. Я могу настроить мобильное отслеживание уникального следа шин. Так я попаду прямо к ним. Вообще интересно, откуда Пугало знал, что брать нужно свою айтишницу. Я ведь когда ее подстрелил, не знал, что она на тебя работает. Повезло. Тогда просто. The tire tracks will lead me to Barbara. I can use the Batmobile forensic scanner to follow her. Сканер улик. Так. Ну понятно, давайте, друзья, мы на этом и закончим серию. Продолжим искать эту машину в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.